Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы произвели замену клатча. Вот он у нас в принтере Canon ER2018. Нас не тянуло бумагу с левой стороны, с боковой подачи. Мы произвели замену клатча. И попробуем сейчас, как он будет уже работать. Аккуратненько устанавливаем все на место, дверцу. Подключаем шлейфы, которые шли к дверце, к принтеру, подключаем шлейфы и прикручиваем все массу. Масса там у нас идет. Я не могу отойти от кабеля, так что будем в таком положении снимать видео. Замена произведена. Сейчас попробуем, как он будет работать у нас. Аккуратно закрываем. Ставим бумагу с левой стороны. И смотрим. Включаем копию. Пробуем. Прекрасно. Ну вот. Кажется, все нормально. С первого раза система, принтер потянул бумагу. Что и нужно было сделать. Попробуем. Пробный второй пускаем. Прекрасно. Отлично. Теперь еще раз вытягиваем бумагу. Сейчас я вытяну и вставлю снова бумагу. Вытянули, вставили. Выбираем А4 бумагу там на настроечках принтера. Запускаем. Вот, что-то третий раз уже не пошло. Может, мало бумаги немножко? Или, в принципе, у нас еще осталась проблема с резиновым валиком. Он очень грязный, его нужно прочистить. Так, что-то порохлит дальше. Больше бумаги нужно поставить. Возьму. Снизу возьму. Продолжает у нас немножко барахлить. Сейчас мы еще протрем вот эту ролик. Возможно, проблема в этом. Протрем ролик спиртом. Может быть, что он просто не затягивает.
Попробуем еще раз. Закрой. Кажется, что нужно все-таки подталкивать немножко ему. Пробуем, так как мы раньше делали, подтолкнуть. Что-то у нас не получилось. Так, включаем несколько копий и пробуем снова. Может, нужно проработать немного зараз. Сейчас я снова делай вот так, чтобы для проверочки мы выбираем тип бумаги. Еще раз копию. Нет. В принципе, проблема осталась, к сожалению. Клатч нам, видимо, не помог. Ладно. Попробуем еще что-то сделать. Потом я сниму дальше видео. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.